Самарской области продолжают работать международные эксперты и наблюдатели, которые следят за законностью избирательного процесса. Они осмотрели не только участки в областной столице, но также побывали в Тольятти и в Жигулевске. Здесь это мой седьмой выбор, чтобы наблюдать. И я не вижу нарушений здесь никаких. Несколько раз было, может быть, это проблемы доступа к, для инвалидов или что-то так, но ничего очень важного, такие нарушения. И что здесь, мне очень нравится система, очень организована, и каждый избирательный участок похоже на следующий. Мы сегодня также увидели высочайший профессионализм всех сотрудников, всех членов участковых избирательных комиссий. Мы видим их приверженность тому, что они делают. Мы видим их четкое, неукоснительное следование процедурам. Отдельно мне хотелось бы отметить такую же приверженность со стороны избирателей. Отдельно эксперты отметили, что в Самаре очень активная молодежь, которая стремится повлиять на будущее страны. У меня есть опыт работы в секторе образования, поэтому с этой точки зрения хочу подчеркнуть огромный профессионализм избирательных комиссий, а также то, что не только людям в возрасте прививается культура выборов, но также прививается общее такое настроение и участие в социальной сфере общества. Например, очень важно для молодежи участвовать в общественных проектах. И я вижу молодежь, которая приходит, интересуется жизнью страны. Также международные эксперты поделились впечатлениями от общения с жителями. Я чувствовала себя дома, хотя я не была в России, и это мой первый раз я в России. Так не оказалась дома. Значит, музыка, которая была с моего детства, это любимая музыка моей семьи. Она звучала почти на каждом пункте выбирательном. Что вам сказать? Я так почувствовала себя, и как родную, потому что мне так принимали все, которые понимали, что я с Болгарии. Вы знаете, мы проходим такие времена, и как-то не как-то все отражается людьми, а здесь нет. Так как я отношусь к вам, ваши люди относятся ко мне. Это прекрасно. Отметим, что для наблюдения за выборами президента в Россию прибыли более 200 зарубежных экспертов. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.